прошлом году, обращаясь к ученикам по случаю начала учебного года, я говорил о том, что школа — это особенный мир. Кто мог тогда предположить, что прошедший учебный год станет настолько особенным? Весеннее домашнее обучение в очередной раз напомнило нам о том, что по-настоящему глубокие знания и хорошее образование можно получить, только прикладывая к этому собственные усилия, не забывая об ответственности и самоконтроле. В одной из любимых книжек моего детства «Маленький принц», к которой я возвращаюсь и сейчас, будучи взрослым, есть замечательная фраза: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету». Можно еще добавить: «Приведи в порядок нашу планету». Именно от тебя зависит, как ты будешь учиться. Ведь именно ты являешься для себя лучшим другом и даже учителем. А новые знания ты приобретаешь, потому что это интересно и важно именно для тебя. Ведь ты сможешь использовать эти знания для того, чтобы помогать окружающим тебя людям и всей планете. Коронакризис наглядно показал, как мы все друг от друга зависим. Наше поведение влияет на здоровье и благополучие всего общества и даже всей страны. И это работает во всех жизненных сферах. Точно так же, как мы зависим друг от друга, природа зависит от нас, а мы зависим от нее. Наша зеленая планета очень хрупкая. Надо беречь все живое на ней. Тогда она сохранится для нас общим домом. Может быть, это и есть один из самых важных уроков, который необходимо усвоить. В этом мире все между собой связано. И с каждым днем твое собственное влияние на этот мир будет расти. Не забывай об этом. Относись к своим родным, ко всем, кто рядом, к нашей планете, тепло и ответственно. Знаешь, это ведь так здорово, что у нас такой особенный мир. Хорошего учебного года!